В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовала подготовка к ремонтным работам моста через Тверцу в створе улицы Академика Туполева. Мост, по-другому его называют, имени Петра Богомолова. В настоящее время на мосту выполняется разборка асфальтобетонного покрытия в зоне бывших трамвайных путей. Затем запланирована работа по демонтажу рельсового пути, после чего подрядная организация проведет устройство выравнивающегося и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, замену деформационных швов, а также барьерного ограждения и ремонт лестничных сходов. В связи с проведением ремонтных работ на мосту введены ограничения движения автомобильного транспорта.